Два образовательных учреждения округа стали участниками регионального проекта «Умные каникулы». Люберецкие школьники посещают образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Как проводят лето ученики инженерно-технологического лицея, узнали мои коллеги. Дальше. Следующий вопрос. Пальцев на двух руках. Здесь. Для ребят подготовили большую образовательную программу. Математические марафоны, занимательные опыты по физике, химии и биологии, основа финансовой грамотности. Развлекательная и учебная деятельность расширяет кругозор. Занятие по интересам найдет каждый. Нравятся науки, учителя, они все хорошо объясняют. В основном решаем разные задачи. Впечатление у меня вообще, в принципе, хорошее. Мне нравится заниматься спортом здесь. Учителя очень добрые. Я пришла именно за баскетболом, футболом и вообще, в принципе, для обучения этим спортом. Также у нас есть история, общество знания, математика и остальные хорошие предметы. Нам очень интересно, и у меня появились новые друзья. С начала месяца ребята занимаются проектной деятельностью, а теперь посещают и онлайн-курсы по китайскому языку, которые проводят учителя из города Чжэньцзян. В рамках международного сотрудничества с школой Китай, соглашение, которое было подписано в мае месяце, мы проводим в рамках «Умных каникул» дополнительно серию обучающих курсов по китайскому языку. Кроме этого, конечно, это изучение культуры Китая и обмен не только учениками, но также и педагогами. У нас сейчас два учителя находятся на стажировке в Китае. Мы принимаем с сентября месяца к нам на стажировку. До конца июня в инженерно-технологическом лицее улучшат свои школьные знания 2000 детей со 2 по 10 класс. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.